19 апреля, значит, Артур Гуменюк проинформировал. Артур Гуменюк, для тех, кто не знает, это замдиректора СИБА, бывший секретарь Совета Безопасности президента, один из этих выдающихся генералов, который, вы знаете, Дадон там дал шестерым, семим разным товарищам, дивизионных генералов, так как Гайчук и так далее. Значит, Гуменюк один из них проинформировал Дадона о том, что во вторник готовится переворот в Конституционном суде, нужно срочно что-то нужно сделать с четырьмя судьями Конституционного суда, потому что Дадон теряет ситуацию. Они готовили провокацию. Но Гуменюк, будучи великим замдиректора СИБА, попал в штангу, потому что отставка Цуркана произошла раньше Владимира Цуркана, и появился новый председатель, был избран новый председатель Конституционного суда, госпожа Доминика Маноли. С этого момента, значит, было принято решение организовать настоящий террор против, подчеркиваю, на тот момент, в четырех судей Конституционного суда. А именно, значит, судья на тот момент Доминика Маноли, член Конституционного суда, значит, Любашова, Николай Рожко и Цуркану Сергей. Цуркану Сергей, чтобы никто не путал Владимир Иванович Цуркану. Значит, тут происходит из ряда вон выходящее, как выразился Дадон там на совещании. И Доминика Маноли становится новым председателем Конституционного суда. Значит, срочно было проведено совещание. В совещании участвовал, значит, Гуменюк, замдиректора СИБА, Службы информации и безопасности, и господин Флоча, директор Центра по борьбе с коррупцией. Значит, и были приняты следующие решения. Так как в СИБе, в Службе информации и безопасности, может быть утечка, как высказался Гуменюк, так как разные представители Службы информации и безопасности общаются там с разными посольствами, с разными разведками в мире и так далее, для того, чтобы максимально засекретить весь тот беспредел, который начали против этих четырех судей Конституционного суда, был выбран Центр по борьбе с коррупцией. Дальше в эту операцию были вовлечены следующие сотрудники. Значит, первый сотрудник – это Бытко Ярослав. Здесь Бытко Ярослав есть и шефу Алдирекции Генерале Асигурари Оператива. Карел Арендусел, она часто комбинации легала, ла отрас пе старинский раду, кар есть и шефу секции Филаж. Педиалты партии, тот Флоча, ла импликат она часто операционе шипе Марчел Табарча, кар есть и шеф Алдирекции Генерале Комбатерия Коррупции, Ши Ачест Марчел Табарча Лорен Дусов Ла импликабен субалтер Педро Гуцану Виктор. Кучесю купа ультиму тим инклюсив астас Ачесть шеф ди дирекции ши субалтер ди лор. Кутуате чертитудиня декларка инклюсив ла момент очести конференции ди пресы патру жудикаторь а куртии конституционали, инклюзив главна президенте Доминика Маноли, сунт филац и легал. Здесь Доминика Маноли ка президентели, куртии конституционали, ши жудикатори, Цуркану Сергей, Николай Рожко, Любашова. Здесь ей сунт филац, инклюзив акума, петим по чести конференции депресса. Да, кредка муша сприялска индикация боец сутунды, денцарас ну и приндыщи, не вас тыдей котру банка. А сейчас в операционе кодата куфилажу легал ла кондучеря, дичнула кондучеря, ла команда Луи Флоча, карим параллел лукряза ку Гуменюк, дич директор Лачиня, лукряза кума параллел ку Гуменюк аджункту ласис, дич дячес филаж и легал, сиукупы Бытко Ярослав, ши ум коллаборатор, лукратор оператив, дич старинский раду. Кучесу купы ла момент Марчел Табарча, шефу алдирекции генерали комбатери коррупции Шидра Гусану Виктор. Ла момент, ей факт тот по сибилу, са дискути ку тот чей, кари камвау фос визац эндосару Луи Доминика Маноли, ка цинта принципалы тот уж есть и думня ей. Си организяза нешти провокарь,
Кум арфика чинева себе сиди кларик, дуамна дубника мануля, лот митала чинева пентру дичизи савалта. И изгата с организезыш, протекция, инклюзив протекция марту уша манипарт. Ла момент, се дискута уней провокари оперативи, джену, катрез ворбяска антри ей ду персуани, кашком случайно. Шуну лалту се испуи, бэй, да то атунч, ну, домника Маноли, когда ей дат 10 евро, то ей дат ку купюры дешеля машкати 10 евро, ойры ерау 10, по 50, по 20, ку могасыт ла вамала влюшень.